мы зачастую не можем похвастаться такими громкими подвигами, как танкисты, как артиллеристы, как ракетчики или как пехота. Я считаю, что бойцы специальной военной разведки определяют во многом вектор войны. И от поступка каждого разведчика может зависеть то, куда война повернет. За вашу отвагу, храбрость и находчивость сегодня первый раз, но однозначно не последний, руководство награждает бойцов РДК наградами, медалями. Я очень рад тому, что мы вместе с вами создали. Мы еще толком ничего даже не начинали. Слава Руси! Слава Руси!